Здравствуйте, девочки. Ну, расскажите мне про ваш прибор. Мне бабушке надо приобрести. Вот, есть магазин еще Аквалайт. Правильно. Вы знаете тему? Конечно, знаю. Ну, в чем разница-то между теми и ими? Смотрите, с Аквалайфом мы раньше работали. Так. Поставляли им свою, так сказать, продукцию завода Литвы. То есть они продавали... Мы завод-производитель. У нас магазин первый в Москве от завода-производителя. Mm-hmm. Все соответствующие патенты, сертификаты есть. Сейчас директор завода тоже здесь, вы можете, кстати, подойти. Можете с ним познакомиться. Поэтому мы говорим, мы раньше у нас покупали, да, вот завод-производитель. Mm-hmm. Вот. Сейчас то, что на данный момент продают... Мы никакой гарантии в Аквалайфе мы не знаем, что там конкретно, какой товар. То есть это точно не литовский. Угу. Ну, а чем лучше их и ваш? Вот сейчас вы можете посмотреть, потрогать, чем лучше по качеству. Угу. То есть у нас есть определенные отзывы о Аквалайфе, потому что клиенты уже знают. И я прям предъявляли как бы претензии, потому что знали, что мы раньше работали. Вот, то, что у них там с пластиком проблемы, либо, допустим, растворяется вот этот анод. Вот так, подождите, часть. Вы говорите, у них проблемы, ваш прибор они продавали? Ну, сейчас они продают другие приборы. До 2017 года они сотрудничали с заводом-производителем. Но. И под маркой Аквалайф, этикетки, которые клеились на ионизатор, вот они продавали свою продукцию. Потом они решили пойти другим путем, чтобы прибыль свою увеличить. У них другое производство, не литовское. Где это производство находится, мы можем только по отзывам клиентов делать выводы, потому что у них все отваливается, звонят в эфиры, что сыпется анод, который не должен сыпаться вообще в теории, под вакуум нанесенные элементы. Угу. У кого-то пластик отламывается, там подобное качество оставляет желать лучшего. А у вас какие гарантии? Какие гарантии? Вы вот сейчас мне надо приобрести? Гарантия завода 2 года. Ну, то есть официальная гарантия. Угу. То есть если что-то вдруг случится, вы обращаетесь к нам. Угу. А, соответственно, гарантия на вот эти части, на электроды идут от 15 до 20 лет. Угу. А кто из чего состоит? Что это вообще? Здесь титан. Да. И нанесены платиновые металлы. Какие? Ридий. По большей части. Сейчас посмотрим. Да. Химики. Ну вот, вы продаете даже не знаете чего. Да, мы только открылись на самом деле. В Самаре просто давно существует? Платиновая группа металла, да. Угу. Сейчас мы найдем информацию. Так, ладно, а здесь сейчас чего? Да, что из чего состоит? Здесь немецкий пластик. Так. На него есть какие-то сертификаты, что он? Сертификаты там... есть полностью на оборудование. То есть, нет, оборудование оборудованием, это все понятно. Мне интересует, чтобы не выделялось ничего, когда водичку готовить будет моя бабушка, чтобы она ничего лишнего не пила, то есть в организм. Есть какие-то у вас там сертификаты именно на... На пластик, на все детали вот эти. Из чего мембранка у вас состоит? Мембранка – это хлопок. Так. Можете ее достать, смотреть. Угу. А, мы, кстати, делали контрольную закупку на как раз случай этих мембранок. Угу. Посмотреть и сравнить. То есть раньше, как в Советском Союзе, использовали такие... Ну, не, конечно, не хлопковые, сейчас уже как бы производство они потоньше, поаккуратнее. Mm-hmm. Мы вот делали контрольную закупку именно у Петровичей, у Аквалайфа сейчас нынешнего, который здесь находится на Семеновской. Вот эту мембранку, 20 штук, mm-hmm. вы можете посмотреть пергамент. Mm-hmm. Соответственно, такое ставить. Ионизаторы нельзя. А Кириллов Вячеслав Геннадьевич это кто? Самара, Осетинская. Ну, чек, ты вообще не московский, город Самара, Осетинская. Ну, видимо, он, ну, у них же еще у Петровича тоже в Самаре есть, и здесь на Семеновской. Угу. То есть у них есть это, мембраны. Это их мембраны и их чек такой? Да, их мембраны. Вот, соответственно. Ну, можно прийти, если есть интерес, можно доехать здесь, в Москве, посмотреть. А ваши мембраны можно потрогать? Ну, здесь про бумагу. Ну, может, она там какие-то свойства имеет, я не знаю.
Пергамент точно никаких свойств не имеет. То есть, почему используется хлопок? Мы же, когда производим ионный обмен, да, то есть... Вы мне дадите сухую такую потрогать? Сейчас я найду, просто чтобы товарный вид упаковки не сохранился. Сейчас. А вот здесь наши хлопковые, да? Вот эти, на последние они закрыты. Просто они закрыты все. И лидия, и рутения, на самом деле. Тут она была скрытая. Упаковочка. Ну, а вот смотрите, вот вы мне даете по факту две бумажки, да? Вот одна беленькая, одна серенькая, так скажем. Как вы мне докажете, что вот ваш прибор там лучше, что я бабушке своей должна купить именно вот с этой бумажкой, а не вот с этой? Ну, у вас есть какие-то, я не знаю, ну что-то вы мне покажите. Вот вы мне даете в руки две бумажки. И говорите, вот это хорошее. А вот ну, я вижу, одна белая, одна серая. Хорошо. Производитель заявляет, что это настоящий истинный фильтр, который разделяет фракции две воды, вот кислотную и щелочную получится. У нас есть реагенты, которые мы можем использовать. Хорошо, я была в том магазине, и мне то же самое показывали, две бумажки, и также реагентами проверяли воду. Вот как я должна вам на слово поверить, что одним, что вторым? Вот вы мне можете дать что-то, что скорее всего, это там тоже, да, там состоит, допустим, ну, похожее что-то. Ну, в принципе, вот там да, все. Да, вот это будет что-то похожее, мы не отрицаем, что это похожее. Ну, опять, но... это скорее на такой модели. Ну, это усовершенствованная версия, в них просто или не может. Я имею в виду, что принцип действия, скорее всего, тот же самый, и выглядит это так же, но это предыдущего поколения. Предыдущего поколения приборчик. Просто этот попроще, Там оплаты, что-то у вас уже все точно. Этот попроще в плане эргономичности, наверное, и то, что удобство. Здесь уже можно выбирать, то есть здесь подписано. Это избранный, то есть тот последний, которым вы пользовались. 9.0 это щелочная вода. В чем удобство здесь для, допустим, для человека уже пенсионного возраста? То есть вы можете посмотреть. Допустим, у меня астма, да, я не переношу моющие средства. Я, допустим, убираю в квартире PH 4,5. То есть это такая же дезинфекция, на многих заводах в Самаре тоже используют. То есть была ситуация такая, когда руководящие должности, когда ты отправляешь тоже пробы своего товара, да, это когда ты убираешься химическими веществами, все равно они, ну как, в пределах нормы. Нет, но я в принципе понимаю, что такое мертвая вода. Да, то есть дезинфекция тут за счет этого тоже можно производить. Тут удобно то, что для умывания, допустим, для полива растений, здесь понятно. То есть не нужно открывать книжечку и смотреть. Вот смотрите, у вас везде pH только, допустим, ну вот там 9, 5, 9, 4, для красоты 5,5, полив растения 6,0, питьевая 8,6, опять 9,5. Допустим, мне надо 9,2 воду. Я вот читала, что нужно пить для организма pH 9,2. Это где я могу набрать 9,2 pH? Или у вас тут только... ручным водом можно сделать. А где он? Да, то есть это возможно, это просто как сказать, среднестатистические. Я поняла, теперь смотрите, был такой момент, ну вот в магазине в том, я как бы очень заморочилась, потому что, ну, бабушка для меня важна. Это Евгений как раз. Здравствуйте. Вот, допустим, 9,4, как там показывают в приборе, ты пьешь, это когда у тебя стаканчик с одной стороны, а вот, допустим, выше щелочную воду делать, они стакан этот переставляют в другую сторону. Здесь до 9,5 в большом объеме, абсолютно спокойно. Попробуй надо. Ну, здесь 9,5 у вас не ставится, у вас 9,4 и следующее 9,6. Ну, в ручном выборе, мы про ручной говорим. Да, про ручной, да. А, вот здесь это вот также вы можете сделать, да. В ручном 9,6. Начинается уже переставлять. Да, а как переставить? Так. Вот, допустим, мне надо переставить. Выключите экран, поднимите крышку. Так. Нажми крышку, нажми кнопку.
поднимите крышку, угу. вытащите и вот так вот аккуратненько подняв, переставляйте на другую сторону. Угу. Да, такая удобная, такая. Да, чтобы не касаться рукой. Показывает. Она легко меняется очень. Вот просто. Я спрашиваю девушку, вот мне нужно купить прибор бабушки. Я заморочилась, да. поехала в тот магазин. У них больше нет литовских нормальных приборов там. Ну и суть не в этом. Вот смотрите, туда. Мне тоже вот сейчас здесь показывают две мембранки. Вот одна серенькая, одна беленькая. В чем разница? Вот это говорит, вот это правильно или вот это? Какая это? Это резаная бумага, которая не является мембраной. Ну вот картонная машинка стоит здесь вот так перед этим, да? Но. Какая разница между ездящей и картонной? Одна машина, вторая не машина. Ну понятно, да. это вот вы мне сейчас объясняете, одна да. ездящая, одна не ездящая. А вот докажите мне каким-то документом, что вот это полезная мембрана, и моя бабушка ничего не будет пить, получать в организм ну, вредных никаких вот от этой картонки. Ну, печать не будет лишней. Есть у это вас резаная бумага. Но это тоже резаная вот бумага да. для меня. Вот, это смысле. Же на вот. Вот сертификат. Осторожней. Вот. Слышали о тех продавцов с словами Толь Бахер и прочее, да? Вот, патент нет, ну когда послушайте. А вы сейчас пришли в магазин завода тех людей, которые производят ионизаторы воды 25 лет. Так. А доказывать, простите уж меня, я точно никому ничего не выдал. Я просто вам говорю, вы можете купить где хотите, но к нашим литовским приборам, что стандарт, вот который сейчас приехал, что премиум, что Viva. Просьба не сувать нерезанную бумагу, просьба поберечь свое здоровье, не использовать целлюлозу, которая называется вечной мембраной, потому что мембрана для обратного осмоса, это мембрана для обратного осмоса. Ее миграционные параметры, если вы понимаете, о чем я говорю, таковы, что в щелочную воду поступает то, чего там быть не должно, потому что при электролизе, при ионизации разлагается на ион не только кальций, а все, что течет из вашего крана. Поэтому, если мы говорим про, можешь новую поставить, про вот эту, да, чувствуете на ощупь, вот это убери вообще, это даже, по-моему, видеть не хочу, и вспоминать про это класть не хочу. Вот 2 месяца работает, вот работает 4. Продырявилась дырка, выкинули, поставили новую. Нету, сейчас надо 600 чем-то рублей взять, да? 640. Сейчас, извините, 600. 50, дайте человеку рублей и отпустим с Богом. Спасибо большое. Давайте я вам дам 100 и все, без дачи. Держите секундочку. Все, так, эти 4 наших ящика, 3 ящика наших, да? Вот, то есть, ключевой момент, до свидания. Доказывать должны те идиоты, которые говорят, у нас вечная мембрана. Пусть они докажут, что у них мембрана. Почему? Нет, вы не поняли меня абсолютно. Вы мне сейчас начинаете какие-то... Я вас понял. Дайте мне сертификат. Я не просила сертификат. Я вам говорю, вот вы мне положили передо мной 2 бумаги. Одну белую, одну серую. Говорите, это плохая, это хорошая. Я вам говорю, объясните мне, в чем разница. Нет, одна не мембрана. Так. Я не знаю, девочки, зачем положили. Да? Вот, если у вас были вопросы... А чем вы отличаетесь от компании Аквалайф? Так было. Я и спросила, было, да? потому что мне нужно начали. Купить Хорошо. Прибор для своей бабушки. Я поехала Хорошо. В один магазин и во второй. Чем мы отличаемся? Да. У нас приборы, которыми торговала фирма Аквалайф, да. которые мы им поставляли с 13 по 18 год. Так. А, наши... Нет, поставь новую мембрану, открой коробочку. Ты это уже вынула, все, руками трогала. Угу. Открой вот ту коробочку, возьми новую мембрану. Да, там есть. И поставь новую, старую выкини. А, они здесь Да, они здесь есть. Они отштампованы, отпечатаны. Я думала, что они здесь выделены, края контура. Да, да, и как ставить, очень четко понятно. Старую выкидывай. А, покупать, давайте скажем корректно, покупать у людей, которые перепродают, это всегда надеяться на то, что люди, которые... Видишь, вот она входит, да? Вот, вот, спокойненько так. И потом сверху. Вот так. Что они вам продадут? У кого они купили? Ну, к примеру, нынешние приборы. Вы же можете всегда... Смотри. У тебя тот же принцип, что в твоем домашнем приборе. Выпуклая часть ставится наружу.
Вот этот барьерчик, да? Mm-hmm. Что премиум, что Viva. Все? Mm-hmm. Да? Посмотрел, что все окей, все ровно. Следующие 4 месяца. Мы перестали поставлять наши приборы в 2018 году, потому что они начали торговать тем, что к ионизации воды не имеет никакого отношения. Китайскими чайниками. Вот я по радио этого не могу правда сказать, это закон антирекламы, да? Но я точно знаю, что продается в медтехнике, в остальных магазинах. Mm-hmm. Да? Чем мы отличаемся от Ивушки? Ну, смотрите, вот стоит наш прибор 97-го года ПДВ. Начнем еще глубже, да? В 98-м году... Нет, давайте мы сюда не будем углубляться, потому что сейчас совсем мне мозг разрушится. Хорошо, не буду разрушать мозг. Чем отличаются наши приборы от приборов Эколайф? Это да. Ионизатор воды, да. Работающий, сертифицированный, настоящий, который берут врачи, простые люди, кто угодно, да? Да. Там не ионизатор воды, прибор похожий. Вот часы Rolex, к примеру, да? А вот... Реплика Rolex. Чем они отличаются? Ну, эти у вас будут ходить, а эти, может быть, будут ходить. Может, нет, неизвестно. Да? Не только ценой. Это ионизатор воды, который работает. У которого инертный электрод. У которого хлопковые мембраны. Не бумажные. Они бумажные быть не могут. Они могут быть целлюлозные. У него пластик медицинский. Так. Поэтому он тоже. Не окрашен. А вы крышку видели? Какого цвета? Белого? Синенького. Вот знаете, когда медицинский пластик? Угу. Когда нету световых добавок. Тогда медицинский пластик. Угу. Приборы у нас можно мыть, а вот литовские, у них проблемы, они не моются. Когда человек что-то продает, он, наверное... забывается. Потому что когда вот этот премиум мы им поставляли в 2017 году, посмотрим в техпаспорт, да? Угу. Вот эти цифры, которые гордо, класс защиты, да. IP54. Он у нас всегда был. Угу. Не, вы можете его мыть, только, а зачем? Ну, принцип какой, да? Вы туфли же не моете под краном. Хорошо, вот они там мне взяли и просто в ведро его поставили с водой, этот прибор. И там 5-10 минут мы разговаривали, вытащили и налили в него воду, стали готовить. Я здесь могу такое увидеть? Нет, я вам в ведро наливать не буду. И, наверное, те, кто айфоны продают, вам тоже в ведро сувать не будут. Вот видите, вот уже разница пошла. То есть я понимаю, что тут я затоплю. Да, вы можете спокойно пойти, вы не затопите ничего. Вы можете спокойно пойти и купить там, где показывают шоу. Не шоу, я попросила мне сделать. Но вам нужен ионизатор воды? Да, мне нужен ионизатор воды, да. У меня очень работающий, там, да, чтобы бабушка вред не получила, чтобы электроды не растворились. Конечно, да. Чтобы мембрана была не из целлюлозы, обратного осмоса, вечная. Вот те мембраны, которые вы мне показываете, у них таких мембран я не видела, и таких форм я тоже там не видела. Таких квадратных? Да. Ну, вы сайт их откройте, у них до сих пор висит, что они типа нашими приборами торгуют. Это мембрана, купленная, пакет. Нет, у них мембраны вот такие, вот они такого-то размера. Да, для их приборов. Но. Да. Они нашими тоже торговали. И к нашим приборам запчасти люди к ним приходят покупать. Они им продают резаную бумагу. Что подождать? И вас Евгений, да, зовут? Евгений, да. Евгений, вопрос совсем другой. У вас какая-то, я смотрю, война между собой, походу. У меня войны нету. Нет, просто я вас спрашиваю отличие между одним прибором и другим. Вы мне все время тычете, что невозможно сравнивать. Они. Я говорю, что вы хотите сравнить? Отличие? Это ионизатор воды. Так, я услышала. Где еще один? И с чем сравнить? И там тоже ионизатор воды? Нет. Вак, нет, я же видела его. Ну, нет. И мы готовили воду. Ну, нет. И я не знаю, чем ставили. Нет. Это что за шоу? Если у вас мембрана из обратного осмоса... Вот, потому что они говорят, что защита IP54 можно даже залить водой, и ничего не будет. И мы просто вот стояли несколько человек, вот так разговаривали, и, пожалуйста, замочили в ведро. Нам налили, мы пошли, налили воды. То есть мне надо поставить ведро, и это для москвичей будет тоже ничего. Решающий момент. Ну, вы понимаете, есть электроника в другом месте. Можно и ванную, и ведро, и заливать как угодно. Я же деньги за это плачу. И если я задаю вопрос, я хочу услышать ответ. Хорошо. Я постараюсь еще потратить пару минут и объяснить. Вот стоит машина.
У нее круглые колеса. Вот стоит. Давайте машина, не будем на машинах, давайте колеса. На приборах. У меня машины есть, и меня они не интересуют. Мне вот интересует прибор. Хорошо. А у вас вопрос по, почему еще вот, вот что непонятно. Вот аргументируйте вам. Мне, почему я у вас должна купить. Вот сейчас я говорю вам, у меня стоит подождите. Стоит задача, мне нужен ионизатор воды для моей бабушки. Убирайте. Мы рассказали вам все. Шоу, мочить, кидать с третьего этажа мы не будем. Я не прошу вас кидать с третьего этажа. Я вам говорю, что в этом мы там нет попросили. Смысла, к счастью, у каждого человека есть выбор. Вы можете вам... купить китайскую копию нашего прибора 2009 года, который не анализирует воду. Который каждый раз, вот я вот сейчас скажу эту фразу, на этом я закончу. Который каждый раз... Ну, вы можете приобрести, лишь 3 месяца возврат, немножко потратить еще свое времени, заодно что-нибудь для себя докажете. Каждый раз готовят разное. Вот если у вас и бабушки, и ваша гипертония, и архиважно первые 2 недели пить 8,0. Когда вы в китайском чайнике, к примеру, выставляете 8,0 или любой другой показатель, у вас каждый раз получается разное. Потому что только эти приборы литовские заводы Бурбулюкос делают анализ воды. Только они. А в нише до 100 тысяч рублей, до китайского, корейского кюма. Но если бы мне нужен был запрос, больше, я бы купила. Больше ионизаторов нету. Проточный у нас появится весной. Мы завод ионизаторов воды. Я поняла. А смотрите, а как мне понять, допустим, что он делает? Ну вот вы говорите, вот у нее гипертония 8,0, да, она должна 2 недели да. пить. А как понять, что он не прыгает или там не надо выше идти? Вы можете приобрести или сдать в лабораторию pH-тестер. Мы можем вам он пузыречек с фенолфталином подарить в комплекте. У меня есть. Да. Проверить вы можете. Всегда можете проверить. Хорошо. А если, допустим, ну, я знаю, что такое реактивы химические. Да. Если сегодня, допустим, там салатовая вода, завтра зеленая, послезавтра голубая, pH, допустим, 8,0. Это значит, что это фуфло. Это когда мне в прямой эфир на Эхо Москвы, почему звонки сняли, да, больше не звонят на просьбе Аквалайфа. И я не могу принимать звонки. До этого мы по регионам 2 года работали, сейчас мы работаем на федералке, и там большая паника. Когда люди звонят, говорят, я купил ваш проклятый прибор, и вот чтобы сделать 9,5, я должен переставить стаканчик. А в том самом деле, чтобы 9,5 сделать, нужно переставить стаканчик. В маленьком получается. Я проверил его, я перезвоню вам. Я проверил тестером. Зеленая с крана, зеленая из этой 9,5. Я говорю, простите, что написано на приборе? Я в интернете записи выкладываю. Аквалайф, СПАК. У нас магазин в Самаре на Ленинградской Аквалайф закрылся. Знаете почему? Почему? Не просуществовал года. А люди не идиоты. Если нету никого другого, кто расскажет, вы будете верить и будете покупать. И, возможно, там раз-два проверить, а, ну все же, наверное, так и есть. Федеральный эфир. Мы специально собрали силы вот за эти 2 года, с 17 по 19, и вышли на те, и на Эхо Москвы, и на Радио России ресурсы, где наши приборы продавались. Более 100 тысяч мы в Москве продали с 13 по 18 год. Люди имеют право покупать оригинальные расходники. Я не знаю, какую резину на машину вы покупаете, но я покупаю ту, которая зимой тормозит. Да? Люди имеют право получить сервис однозначно. Настоящий у сервис. Типа у них прибора, расходников к нашим приборам нету. Они людям торгуют резаной бумагой. Они даже не посылают их на сайт aquator.su, там можете заказать, вам пришлют. 2 комплекта берешь, 3 бесплатно, на зажатие акции есть. Мы по всей России высылаем. Но если человек ничего не знает про сайт aquator.su и про завод Бурбулюкос, и перевернув тот же Аквалайф, не может прочитать Бурбулюкос Ирко Мейтен ЕУ и загуглить, ну или в Яндексе найти. Но... Он будет сувать туда резаную бумагу, звонить потом, рано или поздно добравшись до нас с матом, почему на третий день они растворяются. И ты ему объясняешь. Либо у тебя оригинальные расходники, либо не суть резаную бумагу, потому что все равно не работает. Вечная мембрана. Вот видите, Вива. Красив? Вива, это вот Вива, вот это? Да. Красивый, да? Технический, симпатичный. Да. Это отзывы россиян за последние 2 года. Вот поэтому премиум превратился в Вива. Но мы не просто обделку сделали, мы улучшили. Как люди и просили, чтобы ну, вот сбоку ничего не ставить. Поднял. Чтобы нужно было шнур не втыкать больше ни одного. Один раз воткнул на кухне.
смотал как надо, поставил на резиновые ножки. Угу. Удобно. Угу. Почему мы не сделали 4,5 литра? А вы налейте 3 литра и подержите в руке. Ну, ваши бабушки дайте, да? Это максимальный объем. В арабских, в Дубае именно наши приборы поставлялись, только с наклеечкой другой, как в Англию, Adrop мы продаем. Adrop UK, это наши приборы, мы сертифицированы и продаемся в 40 странах мира. У людей, если вы зайдете туда, книжку, нельзя же напечатать новую. Кто такой Телесфора Славцавичус и Петр Шибильскис? А это соучредитель нашего завода. А что же вы, ребята, Аквалайф Спак, вот литовские книги-то людям даете? А другого ничего нету. Нету ничего другого. Их изгубила жадность и глупость. Это две сестры, которые живут всегда рядом. Угу. Это их дела. Просили, ну, немножко вот так вот, да, неудобно. Угу. Пожалуйста. Но если мы делаем конструкцию больше толще, она весь побольше. Какая легче? Ну, вот это уже облегчает. Почему? Тритан. То, из чего делают детские бутылочки. Только не тоненький тритан, как в пищевых, ну, бутылках, да? Он стоит денег? Ну, понимаете же, что стоит денег. Ну, понятно. Да. После арабов, они там руками, знаете, что делают? Ой, мы тут касаемся иногда воды. Харам. Не проблем. Не касайтесь воды. Угу. Ни левый, ни правый. За ручку вытянул этот да. стаканчик. Ой, тут мембрану... Более дорогой пластик. Ну, видите, что разный ну, пластик. Да, хоть и немецкий, но да. этот гораздо более дороже. Угу. Позволяет скользить. Угу. Ни бабушка, ни ребенок, ни мужчина средних лет, не говоря уже про спортивных людей, не испытывают никаких затруднений. Площадь, как вы видите, больше. Угу. Готовится быстрее. По эффективности все то же самое, только это делает еще быстрее, чем этот. То есть раз, 2-3 минуты, все готово. То есть за 2-3 минуты да. будет... Да, за счет того, да? что да, готово та же 8,6. Но если... А 9,4 сколько будет? 5-6, но зависит от минерализации. На этом приборе, поездив по местам, где ваши друзья знакомые, ну, к примеру, живут, чтобы mm-hmm. просто так в квартиру не встречаться, разная вода, он mm-hmm. же делает анализ, так. разное будет время приготовления, к примеру, 9,0 pH. Но исходная вода, конечно, она как, же разная. Вот. Всегда. И в этом приборе у вас будет получаться разное время. Он делает анализ, после чего он делает то, что вы заказали, то, что вам надо. Угу. Горячая вода, в паспорте написано, до 25 градусов. Угу. Знаете почему? Это же техническая вода горячая, там больше. Нет, ну рекламщики орут. Наш работает угу. на горячей воде. Угу. Когда температура от 25 и выше, минусовой заряд. Уходит? Да. То, ради чего мы бьемся на мечах, что же купить надежный Panasonic, непонятно, литовцы или нет, или тут на халяву отдают Аквалайф, то ради чего мы... А как же, говорят, можно кушать на этой воде, готовить там? Щелочные свойства, так. экстрактивные свойства угу. остаются. Угу. Вкусный суп, вкусный угу. чай, но не кофе. Кофе 8,0. Я угу. шеф-повар просто, я знаю, из чего мы угу. сделаны и что мы кушаем. Угу. Для кофе 8,0. 9,5 для кофе не годится. Кофе стоит отдельно. Угу. 9,5 чай на ключевой, на родниковой воде. Вкусный. Та же самая заварка, что вы купали все время. Угу. Тот же чайник. Нет, это про кипячение. Да. Минусовой заряд уходит. Выше 40 градусов он ушел. Вода остается вкусной. Поэтому в свежем виде, я извиняюсь, угу. спроси, кто еще не хотят. Если рекламщики, посылай куда-нибудь. В свежем виде... ее вашей маме, вам употреблять обязательно. Вот, свежеприготовленным от семерки, считается питьевая по закону, до 9,5. Семерка у вас и так с крана. Прибор готовит, начиная с 8,0. Если мы говорим про гипертонию, да, там четко очень нужно все делать. Нельзя 9,5, если гипертоник и одновременно сахар и то, и то, и то. Сахар у вас нормализуется, все в порядке. Гипертония, она разжижает кровь. Мгновенно. Если у вас ну, все настоящее, у вас технические параметры получаются. Их можно проверить в любой лаборатории. Заказывали, да? В любой. Ничего не изменилось. Просто телефон мы заказывали. Заказывали, пусть приходят, пусть все подключают, да, делают. Как в плане вот этого прибора, понимаете? Ой, вот здесь, например, чтобы прикрутить серебряный электрод, приходится вот, ну, угу. мы пошли навстречу людям.
вообще без напряга. Можно в любое время, да. Не нужно ссылать, не нужно между этими. Да, мы его, ну, видите. Ну да, да, я поняла. Да. Есть, зачем мы это сделали? Для вас. Угу. Неужели бы... Более удобно. Спроси, что надо. Да. Неужели бы мы... Алло. Не смогли поставить, да, кусок целлюлозы, да, и сказать всем бабушкам гостей, а, среду, нашего города, страны, угу, у нас вечная мембрана. Конечно, покупай. Да, ну хорошо. Все, покупай одно на всю жизнь. Угу. Не работает. Я лично, да, вот эти, которые вы там мембраны видели из этого материала, угу, проверял наши прибалтики вот на этом пятикнопочном. Видите, стаканчик кругленький, да? Эти мы делали с 2007-2018 года. То есть еще на вопрос надо было отвечать. Вот эти продавались. Они вообще, что ли, у вас все разные, что вообще запуталось? У нас линейка, вон, заводская, с 94 года по 2019. Нет, это уже сейчас... это уже то, что осталось историей. Да, сейчас вот эти две модели, к вашему вниманию, 22500 и 27. Но не работает целлюлоза, угу, как мембрана. Почему? Совершенно другая миграционность, да? То есть там щелочные материалы не проходят в нужном объеме, а идут, выдавливаются кислотные соединения, такие, что лучше не называть, что именно. По 12 параметров. Мы же на заводе анализ сделали сразу, как только вышел с ПАКВА. Мы с удовольствием купили два прибора, сделали все замеры и успокоились. Никто не может взять и полностью точно скопировать с полным функционалом. Физически невозможно. Возможно, но стоимость будет больше, чем у нас на заводе. Китайцы могут сделать копию? Могут. Ну, да. Так она будет стоить совершенно других денег. Нельзя из так, а вот этот, гейпалов создать. Вот этот прибор, который красивенький, сколько он стоит? 27. Ага. Но это однократная инвестиция, не просто вот для вашей мамы, подожди, для вашей всей, не, семьи. Мне бабушка просто сказала, какой-то есть 16. Привезли вот сейчас 16500, да. Это кругленький стаканчик. Это, я так понимаю, за 27 премиум, да, ваш? Это Дима, да, то, что вышло месяц назад. Его начали выпускать. А за 16 это что? 16, это вот сейчас увидите. Круглый стаканчик, как у тех, которые я вам показал. Там более облегченное, упрощенное меню. Сейчас одно из девочек покажу, потому что в России его еще не было. По просьбам трудящихся. Те, которые дайте нам, чтобы было совсем просто. Серебряный электрод в этом комплекте. Здесь тоже, да, же серебряный? Да, да, да. Мембраны, правда, сейчас я его открою вам. Мембраны, видите, да, вот. Это не надо снимать. Зачем? Там внутри стоит мембрана. Ну, вы на какие там видели? Как? И почему они не целлюлозные? Они, да, потому что не работает. Но если развернешься, вот она такая же и будет. Это французские холодные мембраны. Да, везде. Французские мембраны. Не пергамент. Угу. На досмотре в аэропорту светится, как будто металлическая банка. Там они чем-то специальным пропитаны. Работают месяц. Держи. Вот. Только здесь уже мембрану не порвать. Потому что, опираясь на опыт тот, когда люди случайно рвали, видите, защитные такие электродом барьерчики. Да. Да. То есть электродом вы мембрану больше не прокорите, потому что что здесь, защищено, если у вас соскочит как-то рука, что там, она упрется в эти вот пластмассовые экраны. Спроси, что хотят. Единственное, вот, что... Я перезвоню ее. Не надо, все, там только оригинал нужен, не надо, потом перезвоню. Здесь вы вставляете стаканчик, а что он тут? Ставите, ну тут так вот и есть, ставите между рисочек, видите, вот рисочки, ага, да? Угу. Наливаете воды сюда и вокруг, угу, между вот этих вот рисок. Здесь вот так вот ручку прижали, дырочки, штыречки. Это насчет того, если упало, он не откроется и не вырвется. Угу. Да? Да. Включили в розетку. Да? Дыши. И здесь
здесь нету предустановленных программ. Смотрите, девчата, да? Вы тоже этого не видели. Здесь сразу и только ручной выбор. Выбираете. А, любые значения. А, то есть, делает... подождите, стоп. 9.1, 9.1, 9.4, 9.6. 9.1 он еще делает в большом объеме. Но есть определенные технические допуски. Он не может делать так же, как те, потому что у него физические здесь данные другие внутри. Если 9.4, то уже он подсказывает. И те подсказывают. А, то есть 9.4 уже будет только... Переставьте, да. Только в этих приборах 9.4, 9.5 в большом объеме. Вот, я и хотела сказать, то в маленьком стаканчике я просто... Но здесь есть одно но. Когда делаете здесь 8.6, 8.8, 9, 9.1, в маленьком стаканчике получается ядреный биоцид. За счет того, что у него объем меньше. Здесь-то по 700 у нас. Здесь отдельно заказывать надо. А что такое биоцид? Горло, нос прополоскать. На кислотная вода. Лицо умыть, морщинки, раны, порезы. Более серьезные вещи, псориаз и кожные заболевания, экзема не стану перечислять, но это в том числе биоцид, кислотная вода, если она, конечно, нужна. Да? Щелочной здесь получается 2700. Там щелочной получается 2300. Ну, в обоих. Там, потому что у иной сосуд больше. Соответственно, здесь также он делает. Что вы нажимаете? Он? До 11.0, да. От 11.2, даже здесь больше можно, но оно ее меньше получится. Там 700, поняла, да. Это специфический момент, вот кому что по потребностям надо. Кто идет на химиотерапию, они берут вот эти, там высокощелочной, сразу 700. Это как спортсмены, берут эти, почему? Высокощелочная. Нейтрализация любого химического препарата, как и вывод продуктов распада, максимально кислород в каждую клетку. Здесь, ой, нам это ничего не надо, нам просто воду пить, пожалуйста, просто воду пить. Ну и не так мягко кнопки нажимать. Да, а мембрана один месяц. Да, мембрана один месяц, вот потому что именно вот... А вот Сигрид из директора завода. Здравствуйте, Сигрид. То есть здесь есть свои преимущества. Сигрид из Требущес, да. Сигрид из имя, Требущес фамилия. Вот если это наши слушали... Да вчера не слушали. Не слушали, да? Я слушал музыку. Понятно. Да. То есть здесь есть также возможность серебрения. Но, к примеру, кнопки нажмите на этом, ну или на этом, все равно на каком. И нажмите здесь. Не, ну здесь, да, здесь как бы... Ну, поэтому и стоимость, и все это. Разные материалы, разные технические решения. Ну, за счет стоимости этих материалов. Соответственно, вот так. Он определит, да, это тот он самый... Скажет, он вот скажет, нет силы. Воды, да, 40 секунд он делает анализ. Который 16. Да я понимаю, что я блин, вот, знаете, орёт, низкая минерализация, у меня просто очень специфическая бабушка. Если я куплю ей что-то не то, потом я еще и пострадаю. Какие у нее были требования? Ну, смотрите, первый момент у нее сахарный диабет и уже как бы последняя стадия инсулин. Вот. То есть ей высокощелочную надо пить. Вот, это первый момент. Второй момент. Она мне как бы говорит, что, ну, не знаю, получается этот, за 16 500, да. Ну, бабушки, вы понимаете. Вот, я как бы не хочу экономить, я хочу купить нормальный прибор. Я просто, мне рядом было там в центре заехать на Семеновскую. Я там была, я там все посмотрела, послушала. И вот я заехала к вам опять же. Чтобы, сколько ей лет? Ей 67. 67, не старая бабушка. У меня мама тоже диабет, тот же самый инсулинзависимый, она пьет у меня высокощелочную воду из такого прибора. И как ей берите помогает? Берите любой. Помогает? Нет, она... а как? Сахар снижает. Ну, не снижается, да, потому что кровь разжижается. И... Я просто слышала когда-то в какой-то рекламе, я уже заблудилась, хуй в сколько, рекламу, говорится, да, кто есть кто. Говорили о том, что с инсулина можно слезть. Давайте так не загадывать. Хотя это серьезный процесс, там же он с питанием завязан, там очень надо серьезно заниматься с эндокринологом, чтобы слезть инсулина. Вода, ну, по крайней мере, нам поможет дополнительно, как некий стимул к тому, чтобы, может быть, и слезть инсулина. Но это с эндокринологом надо делать. Но, скажем так, камней, если у человека камни, сейчас не разговор про вашу бабушку, камней, могу сказать, не будет. Поддерживает камни. А не может, не получится так, что, допустим, если есть какие-то камни? Они не попрут, их размывает. У меня были в желчном, были в почках. Последствия химии. Я 9 лет ее кушал. Я не мог без них, без камней, не мог без лекарств. То есть это было. Возьмите трубку. Кажется, звонит туда. Они спокойно растворяются.
растворяются. Остались только места, где они были. Ну, на УЗИ вот видно. Да, вот мы видим, вот они здесь лежали. Сахар. В Самаре, когда мы в 17 году открылись, пришел преподаватель, он действующий, Степанов Олег Сергеевич, кафедра патоанатомии и еще чего-то там. Он говорит, а сделайте, ребятки, водички. Мы сделали водички. Диабетика я с ним попросил. По этой же причине, что диабетик. Пришел домой, рядом жил с Ленинской. Взял, померил сахарок. Вот она, девяточка. Вот у вас стакана ваши диабетики, я свежеприготовленный. Замер через 15 минут. Вот она, семерочка. Работает балалайка? Да. Работает. Да. Дочка реалист в Самаре, какое-то такое медицинское учреждение, какая-то ректор, жена тоже какая-то степенями врач. Дурак, какой литовский завод в Самаре, идиот, это цыгане, ну это вот отношение было ужасное просто у людей. Говорит, я же увидел, вот девяточка, а вот семерочка, мне что больше надо, заверните, пожалуйста. Мы можем вам гарантировать, вот любой из этих приборов, я бы, конечно, советовал не потому, что 27 дорого, да, вот желательно вам продать его. Меньше заморочек будет у вашей мамы. Ей, у бабушки, простите, да. Ей удобней. Да я уже увидела. Нажать. Ей раз в 4 месяца не составит никакого труда спокойненько взять и поменять мембрану. Это не будет проблемой. А самое главное, ей с ее диабетом, у нее серьезная получается форма, да? Нужно будет вот светлый электрод ставить стаканчик, наливать также 3 литра. Но есть давление, если она вот это... Она вначале с давлением разберется, месяц-два как-нибудь потратит, так не сильно же большое время, правильно? И потом начнет по 150 миллилитров, чисто как лекарство, вот как лекарство, как таблетки пьет, за 15 минут перед едой, натощак пить высокощелочную. Не литрами пить ее, не как хочу, так и ворочу. Сколько раз в день кушает за 15 минут перед едой. От запора, кстати, тоже хорошо работает высокощелочная. Слабокислотную выливаем, когда делаем высокощелочную. Закрыла, включила крышку. Можно, к примеру, взять, запрограммировать ручной выбор. Вот ей там 10, например, 10,6. Подержал старт чуть дольше, сохранить, да. Ну и в избранном, избранное мы даем такую возможность, любимую вашу программу поставить. Старт нажала 8-9 минут, ну до 10, да, делается, когда максимальная концентрация. Все. Я не поняла, это 27. 27. 22,500 с параллельной мембраной, не рвущейся, потому что она параллельно стоит, но невозможно ее порвать. Но здесь бабушке придется... К сожалению, конструкция такая, какая она есть. Не знаю, кто это. Алексей Островский. Ну, спроси, что он хочет. Вот, да, то есть, и когда закрыть, то держать, чтобы она не... Вот так вот, да? Вот так. Здесь просто. Да это я тоже поняла. Этот сколько стоит? Раз. 22,500. А, 22. А этот 16. Конечно, 16,500. Вы, конечно, можете немножко обмануть, сказать, что любую из этих стоил 16,500. Я поняла. Да. Я вас услышала. Все, вот. Я туда поехала за денежку. Просто да. У меня 20 тысяч, я хотела вот этот. Это хороший. Чем удобно, его не надо из розетки тягать. Я поняла, вообще. Да, он, принципе, один раз вот их поставили, как кофеварка, да. К нему еще будет личка идти. К нему мыться. Вы можете себе ее отдать. Да, может, бабушки не рассказывать. Да. Видите, дырок не видно? Да. Знаете почему? Почему? Потому что она настоящая. Из жесткой, даже местами ржавой воды. Хотя бы сказали, делает щелочную. Да? С минусовым зарядом. Не зарастают. Она на самом деле из жесткой воды, в которой забиваются краны. Нет, это что, мыться или? Да, массаж, спа-процедуры. Да. А качество воды? С живой водой. Это когда из душа выходишь, можно и вот этот косяк у двери больше не нужен. Не чешешься. Ну, волосы расчесывать не буду вам рассказывать, да? Но у кого их побольше, да, расчесываются легко. По показаниям, это в подарке. Подарок, да, мы открылись. Спрашивают клиентов, кстати, очень благодарен. Да. Откуда проще в Ленинградскую область доставлять? С Москвы, пожалуйста. Ленинградскую из Москвы. Там же растаможка, мы же растамаживаем сюда. Да, из Москвы. Конечно, доставим, не вопрос. Это на 2 года. 2 года пройдет. Майфан, турмалин, они настоящие, не шарики, имитация. Выкинули, пришли, 2000 рублей купили новый.
планировалось, как и планировалось, и используется. А для людей ее тоже можно? Да, для людей, у которых пролежни, псориаз, тяжелые кожные заболевания. Но подходит идеально всем, кроме беременных и кормящих, нет. И кардиостимуляторы нет, потому что настоящий электрический ток, минусовой заряд у воды получается. Нельзя с кардиостимуляторами, запомните, вот, а можно? Нет. И беременным кормящим тоже нет. Ну, потому что ребенок, не надо, чтобы... Здесь польза такая, когда вы выходите из душа с хорошим настроением. Не то, что не чешется, вы дышите всем телом. Ну, стимуляция происходит. Я поняла. Да. Приезжайте, да. Все, ну, простите, просто... Наболела. Наболела так, я не знаю, как людям говорить. А какая разница? Ну, не едет эта машина, да. Ну, не едет машина эта, квадратные колеса. Ну, ну что еще сказать? Вот. Ладно. Не, я сама заеду, я просто в центре живу, мотаюсь по делам. Все, всего доброго.